На минувших выходных Химки преобразились и заиграли разноцветными огнями. 1 декабря, в первый день зимы, в городском округе торжественно зажгли новогоднюю иллюминацию. Сегодня у нас праздник. Раз, два, три, елочка, гори. Традиционно во всем Подмосковье, в каждом городе встречают зиму, ждут Деда Мороза, зажигают новогодние елки и уже ждут настоящий Новый год. Для гостей акции подготовили театрализованное шоу и анимационную программу, заглянули на праздничный концерт и Дед Мороз со Снегурочкой. Но главной героиней вечера стала праздничная ель. Настроение вообще супер, потому что парк просто сказочный, все светится красиво. Вообще Химки преобразились. Скажем так. Это новогоднее настроение все-таки, как скоро Новый год, и поэтому для взрослых, я думаю, тоже это праздничное настроение. Главной площадкой праздника стал парк имени Льва Толстого. Одновременно прошли концерты и включилась иллюминация также в других значимых местах отдыха и развлечений химчан. В парке Подрезково, на Экоберегу и в парке имени Величко на Сходне. Всего в городском округе установили более 20 новогодних елей.